сейчас Ковсилиск с китайцем играют, да? Да. Так, где китаец-то? Был-был-был, писали, они вон там, у них было бурное обсуждение с Гапошей и пропал. Он там писал, что он сейчас зайдет вроде бы. Нет. О, хера, Канна смачно вышел. Да, конкретно такая пауза. Все, весь интернет вышел через нос. Этот бой, я думаю, мы запомним навсегда. Нет, все. Так, давайте следующий бой тогда. Зови Галкина, пожалуйста. Так, ребята, не забываем подписываться на канал. Что хочешь. Ой, самые лучшие стримы только да, здесь. Потому что, да, после таких турниров не забывайте заходить. Да. Это везде, везде додики бывают, нормально. Я сумка. Вот, вот это нормальные люди. Чего? Так, теперь я играю. Так, давайте мы против 5. Давай, давай, выбирай своего зеленого. Черно-красного. О. В мире животных. А сейчас мы наблюдаем, что у Брэдеса замечена... зеленая пипирка. Блин, песня подрастки, сменяй очки на ДК. Ужас. Сменяй очки на ДК. Ты вспомни этого, какого? Чикимони, который на розовом Барби-герл играл. Не надо, не надо мне про обоих напоминать. Не про твоего Барби-герла, не про... Не, Чикимони... А где он? Я не знаю. А он это... Короче, как Барби... Он же как говорил, что он играет каждый сезон на новом персонаже. Да, говорил, кстати. И тот сезон был как раз сезоном Барби Герл. У меня так бывшая вот. Девушка такая же была. Так вот, и смысл в чем? Сезон закончился, и Чикимони не закончился. Да-да-да. Так, наказываю. Мы видим. Да, блин, опять по яйкам. Тебе повезло, что они у тебя остальные. Есть такое дело. Давай, давай, бруталить еще. Не, не. Надо броталити. Главное не делать вроталити. Вроталити? Да. Так, мне за него даже деньги дали. Ты зачем вебку включил? Просто. Хотел, чтобы вы посмотрели на меня. А-а-а. И на мою реакцию, как я проигрывать сейчас буду. Да, я посмотрю на твое вроталити. Блин, Брэдс, ты, конечно, уникальный человек. Ты боишься Смоука, но при этом фигачишь Джонни Кейджа. Не, Смока не боюсь, но он просто хорошие отмены делает. Но я вроде научился там играть, на самом деле. Не, сильный Смоук, это забей тоже. С его невидимостью, с отменами. Так, переждал я, переждал. Экс. Не, Петя, лучше вообще отключи свое перри на игры с рептилией. Так, меня место. Из-за вот этого назад три, что ли, который на пол экрана? Да, ага. Да, которые всегда попадают. Да, он, кстати, вообще всегда попадает. Кто-нибудь остановите эту машину. Уф. Да погоди, сейчас до Крейна очередь дайте. О, да, Крейн меня вынесет сразу. Боря, здорово. Просто... Нет, поучаствовать в турнире не получится, потому что здесь играют все с ПК. Ой. А кросс под платформа не предусматривает. Ой-ой-ой. Так, меня сейчас разнесут. Горы. Крайн сейчас просто бесконечно будет назад-вперед 4 делать на этом. Как он называется? На Куан-Чи. Ты думаешь, он Куан-Чи возьмет? Ой, да блин. Че это я?
А ты думаешь, ему не все равно на ком нажимать? Не знаю. В смысле приглушенный голос? Саня, ты что, меня приглушил? Нет, ни в коем случае. Я, а что меня тут приглушенным голосом называют? А приглашенная звезда, типа? Это что же, это так и честно. Ну да, все правильно. Игрок на Джонни Кейджи, приглашенная звезда, да, да. Кто-нибудь скажите мне. Микро поправь, он у меня во рту вообще торчит. Саня, ты можешь меня добавить? Подожди, подожди, как добавить? Что? Я немножко... А как? Я же тебя слышу. Слышно во рту. Не, у меня все правильно стоит, я ничего не менял. У меня все правильно стоит, я ничего не менял, конечно. Кто-то на фоне Саши Сережи бубнит. На фоне у меня никого нет, у меня тишина. Идите в жопу. Секси пенс. Господи. Ух. Нас аж много, аж 13 зрителей, что происходит? Я могу это на один исправить. Так, take one. Ой, попался. Мы нарядные с Джонни сегодня. Нет, продолжать не буду. Я сейчас реально микрофон в бобу сунул. Опа. У меня маслины нету. А почему Кинг не комментирует? Ой, блин. Ребята, молодцы. О, это наказывается, оказывается. Так. Орхед? Крейн, а ты это не развидывай, ты это продолжай. Там дальше интереснее может тебе в голову прийти. Ух ты, я его как хлепнул. Ух ты. Перепрыгивай. Перепрыгивай. Блин, что я делаю? Брэдстон всегда прыгает, когда он эту херню делает. Да, ладно. А какой счет сейчас? 3-0. Сейчас я Серегу позову. Ура! Чё, 3-0, да? Да, 3-0. А как Серегу звать? А, Сергей, логично. Фингерфар. Да, Петя, молодец. ГГ, спасибо за игру. Я Пете ГГ не скажу, он должен был победить, все куплено. Да.